Привет всем, мои дорогие подписчики и зрители канала, а также все мои дорогие друзья. С вами Дарт. Сегодня у меня пятница, но, к сожалению, мне нужно еще ехать в университет, и я тут решил перед тем, как поехать, немножко записать для вас видео, чтобы вы на канале не скучали. Так как мы закончили с билдером на небольшое количество времени, пока там новое обновление не появится, или идеи у меня не появится, что снимать, будем снимать Dino Hunter Deadly Shores. Не только его, еще и какую-нибудь другую игру, так что вы не беспокойтесь. Но сегодня вы увидите, надеюсь, Dino Hunter Deadly Shores. И я предлагаю закончить пятый регион. Это вот у нас серия винтовок. И начнем мы с снайперской винтовки, естественно. Давайте посмотрим, как она выглядит. Вот так вот выглядит наша снайперская винтовка. Очень вообще круто. Дизайн меня просто радует. Вообще, прям как из каких-нибудь игр про будущее, наподобие Хейла. Очень классно смотрится. И урон у нее достаточно приличный. Так, это я случайно. Так, ну что ж, нас просит убить одного гуанозавра выстрелом в легкое. Вот такой у нас гуанозавр. Мы его сейчас убьем. Включаем ПНВ. И цель поражена. Следующее это у нас два пситокозавра. Здесь я слышу хищника где-то. Первый и второй. Надеюсь, что в сердце. Отлично. Так. Один альбертозавр. Вот это, возможно, уже будет интересно. Так, ну первый пошел. Второй пошел. Третий пошел. Так, теперь нас просят опять же двух молодых тинантозавров убить. Вот и с этой задачей мы тоже справляемся. Так, теперь нас просят уже убить двух гуанозавров, опять же, выстрелом в легкое. И второй. Отлично. Нет, спасибо. Откажусь, пожалуй. Так, двух старых тарадонов. Так, вот хотя бы не тинантозавров, это уже радует. Так, и второй. Да, баксов тут, конечно, зарабатываешь только так. Теперь нас просят убить двух старых гриппозавров, опять же, выстрелом в легкое. Считает, что это сложная задача, разработчики игры. Но не тут-то было. Я уже в сердце хотел выстрелить, но надо в легкое. Thank you.
Так, один старый альбертозавр, опять же. И контрольный в голову. А, нет, нифига себе. Нифига себе, он крепкий. Ну, в сердце тогда. В сердце. Вот мы получили новый уровень. Энергия восполнилась. Кстати, как раз. Трех старых пситокозавров. Отлично. Первый пошел. Второй пошел. И третий. Так, один старый гуанозавр опять. Во, теперь уже выстроим сердце. Ой, кто это у нас тут такой? Так, сердце, говорите, да? Ну что ж, получай. Так, два старых авираптора. Тоже, мне кажется, не составит проблем. Какое у него сердце маленькое, так это кошмар просто. Просто кошмар. А вот меритериев я даже не заметил. Ой, в сердце попал. Вот это класс, вот это класс. Также в этой игре очень хорошо сделаны авирапторы. То есть смотришь на них и радуешься. Так, уже три старых тарадуна. Как-то все легко пока идет, если честно. Так вот наугад мы и попали ему в сердце. Ай-яй! Ладно, прыгай. Ха-ха! Вот это было прикольно, вот это было прикольно. Так, двух старых меритериев выстрелом в легкое, опять же. Через всю карту. Два старых Барионикс. Так, вот это уже интересно. Пока он мешкается, мы перезаряжаемся. Все, хватит. Фу, справились с первого раза. Так, три гуанозавра выстрелом легко. Да блин, ребят, ну это не смешно уже. Так, и третий пытается сбежать. Но не тут-то было.
Так, трех старых титаниса. Так, вот это уже что-то новенькое, что-то новенькое, да. Так, где титанис? Ага. Первый пошел. Второй пошел. Вот и третий побежал. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Е, на опережение пальнул. Давай, 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 давай. В легкое. Я уже почти 800 тысяч накопил, офигеть. 4 старых... Старых... 4 старых тарадона. Куда ты побежал? Вот куда ты бежишь? Вот. Прямо в задницу. Да ладно, в хвост, в задницу я попал. Так, вот осталась последняя частичка энергии, потом я уйду на перерыв, а у вас это займет буквально одну секунду. Так, нужно убить... О боже, опять старого динозавра быстрого сердца. Да не издеваться. Фантазия у них кончилась на винтовках, у них кончилась фантазия просто. Куда быстрым сердцем? Так, ну что ж, ладно. Ну вот, пожалуйста, что, сложно что ли? Так, ну что ж, как я и сказал, подождем, пока восполнится энергия, и сразу закончим серию винтовок и трофейную серию. Так что не переключайтесь и оставайтесь со мной. Ну что ж, вот энергия восстановилась. Для вас это была секунда, я успел уже даже в универ съездить. Так, ну что ж, продолжаем. 4 старых гриппозавра. Четыре старых, ну ладно. Как я в сердце не попал? Что за бред вообще? Ну вот куда вы бежите? Ну вот куда? Отлично. Так, и последняя в серии винтовок, это один, опять же, старый альбертозавр. Три раза они это повторяли, у них вообще просто фантазия кончилась. Исчерпали запас. Вот они, гады мелкие. Быстрей. Давай. Все, спасибо, хватит, успокойся. Фу, давай. Давай, 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 давай. Да, 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 да. Вот это экшончик был, вот это вот. Наплыв эмоций. Просто наплыв эмоций, просто офигел. Так, ладно. Трофейная серия. Это у нас крипер или опять тинантозавр? Да что ж, ее по мать, они к ним прицепились-то, к этим тинантозаврам. Да что ж их так тянет-то? Затаив дыхание, этот динозавр может поджидать свою жертву в тени за любым поворотом. Этот жертву? Он что, я не знаю, куст малины за углом подстерегает, он же травоядный. Какую жертву? Вы о чем? Он поджидает листья за углом, что... Что за бред? Бред, тут пишут бред просто. Либо перевели криво, либо просто придумали бредово.
Они думают, что я не знаю, что это травоядный. Вот издеваются. Издеваются. Получай. Сердечко. Больше он не будет поджидать растения за углом. Зум. Прикольный никнейм такой. Зум такой. Обладая невероятной скоростью, Зум использует свое мастерство для быстрой кровавой расправы. Остановите его, разнузданный террор. Какой разнузданный бред? Это Дейноних, так я понял. Да, здоровый Дейноних. Ну что ж, поехали. Уменьшаем зум. И контрольный в голову. Хедшот. А, хрен там. В ногу еще надо попасть. Фу, я попал, попал. Отлично. Мандибула. Когти мандибула. Ага. Мандибула. 320 тысяч за него дадут. Мандибула. Когти мандибулы смертельны, но они меркнут по сравнению с его зубастой пастью, переламывающей даже кости. Мандибула это перекрашенный альбертозавр. Выглядит круто. Вообще, вот... Вот классно раскрасили, супер вообще. Вы посмотрите, супер же вообще, классный вообще скин, скин вообще суперский просто. Сколько же точек у него этих? Черт, промазал. Черт подери, что он делает? Что он в дереве застрял? Быстрей! Быстрей! А-а-а! Фу, отлично. Покарали. Хватит мне, но я ее не буду покупать. Ибо нафиг надо. Вот что такое вот без меня тут не сверлили ничего? Без меня тут ничего не сверлили, только я пришел, надо сразу сверлить. Что за люди, вот работнички хреновы тоже, блин. Короче, тоже, блин, работают там. Не в обиду, конечно, но, блин. Целыми днями сверлят что-то. Они уже вроде плитку начали ложить. Так ложите плитку, что же вы сверлите-то там, я понять не могу. Кошмар. Ну вот новый регион, ребята. Нас ждет новый регион, 6-й. Здесь будет какая-то пустыня, как видите, тут вот подлодка такая вот. Ну, это как, это не пустыня, это как, скажем, осушенный океан или море. То есть вот это вот все, это кораллы гигантские, вот здесь подлодка как-то американская, я так понимаю, оказалась. Как она тут оказалась, хрен знает вообще. То есть она вначале затонула в океане, а потом он, или в море, и он осушился потом. Ну что, вот это, я говорю, это здесь какой-то, скажем так, астрал, что ли, то есть это какой-то Бермудский треугольник, то есть вы сюда попадаете в мир динозавров, и вот тут вот перемешано. Это как в фильме «Затерянный мир». Так, что бы я хотел сделать? А, давайте купим оружие. Дробовичок. Ух ты, ничего себе, такого я еще не видал. Я, по-моему, вот когда сам для себя играл, то я только до 6-го региона дошел и здесь ничего не делал. То есть для меня остальные регионы будут вообще тоже в новинку. Но дробовик суперский. Выглядит, по крайней мере. Мощность-то вообще, смотрите, максимум почти 3000. Это как в фильмах, полицейский дробовик такой, знаете, с лазерным прицелом. Прикольно. Давайте его вкачаем. Вот и нет миллиона. О, даже не хватит. Ну что ж, давайте я вам покажу его в действии. Охота по контракту.
трех трицератопсов. Но здесь мы будем использовать автомат. Высохшие моря все-таки это море. Вот это да, посмотрите, кораллы, это, оп, я чисто под подлодкой. Это класс. Посмотрите, вообще супер красиво. Смотрите, подлодка. Офигеть, вот это супер. Так, и еще одна. 6 лисоцезавров. Также автомат. Лисоцезаврики прикольно выглядят. Так, это я уже где? Это я перед подлодкой. Ух ты. Такие тынь-тынь-тынь-тынь. А кто где бегает? Я же слышу, сзади меня кто-то носится. А, вот вы где. Из-под камней вылезает. Из-под камней вылезает уже. Совсем уже. Ошалели. Отлично. В следующей серии глянем серию соревнований и серию дробовиков. Вместе с трофейной серией. Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, хорошего настроения. Всего самого наилучшего. С вами был Дарт. Увидимся в следующем видео. Всем пока.